И снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит, есть машины, есть их риги, настройки. Ну вот, когда делается анимация, хорошо бы, чтобы, как сказать, там дым, камни какие-то с под колес, значит, летели, да? Значит, если делать симуляцию, не у каждого выдержит, допустим, ноут или компьютер, возможно, слабоватый, как вот у меня. Еще какие-то там варианты делать, тоже они весомые, и значит по рендеру это будет очень долговато, да? Ну давайте попроще что-нибудь посмотрим, как это все дело сделано. Так, значит, Object Mode будем на примере, значит, нашего вот этого автомобиля, Бэтмобиля делать. Так, верх H, значит, отключим, семерка на нампаде, смотрим. Я вот что заметил, что колеса, да, почему они болтыхаются? Потому что они неровно установлены. Так. А ну-ка, попробуем их подкрутить, подставить. Да? Так, вот задние, видите, тоже вроде бы ровно. Вроде бы ровно. Ну как бы вроде бы и нет. Так, давайте попробуем. Один вариант, да, так, выберем кости, зайдем вот так в Object Mode, выйдет мод, смотрим, что у нас тут. Тройка на нампаде, да? Ну, попробуем, вроде вот косточки чуть-чуть кривоваты, да? Так, а ну-ка, Ctrl-Z, попробую вот так вот сделать сразу. Выбрать и ту. Тройка на нампаде. Сделаем рентген. И подтянем косточку. Выровняем. Хотя было ровно. Но мало ли. Так, теперь у нас тут тоже косточка. Раз мы ее дублировали. Возможно, косточки, значит, искривлены. Тройка на нампаде. Так. Вроде бы да, вот как бы искривлены, подправим. Так, теперь что у нас получается? Выберем вот эти две косточки и, значит, попробуем их перетянуть, чуть-чуть отрегулировать. Может быть, я их неправильно установил. Так, вроде бы вот он центр, да? Вроде бы вот он центр. Так, а ну-ка, семерка на нампаде. Это задняя часть, передняя. Кости вроде бы ровно стоят. Единственное, вот косяк, Object Mode, вот к нашим колесам. Делаем Set Origin 3D массе. А ну-ка, R. Перекручиваем их. Вот тоже как-то они кривовато тут все стоят. Так, Set Origin 3D массе. А ну-ка, оп. Вроде бы ровно, но вот эти колеса, вот это прям видно, что искривленный немножко. А ну-ка. Поправим. Поправим. Тут они вот теперь вопрос с костями, наверное, движутся. Да? Сейчас все это дело надо будет попробовать перевязать. Так. Тройка на нампаде. А ну-ка, если сейчас выберем риг. Так, зайдем по смот, выберем нашу нижнюю вот эту платформу. Вот по прямой они нормально едут. Вот. Таких сильных искривлений в принципе нет. Торможение нормальное, вот видите, да? А ну-ка, семерка на нампаде. Как ведут себя наши колеса.
Ну, не сказать, что они прям вот поровные, искривлены, да? Так, Ctrl-Z. Ладно. Приступим, значит, к нашей вот этой доработке. Так. Что будем делать? А будем делать какую-нибудь простенькую анимацию, да? Так. Семерка на нампаде. Заходим в постмод. Значит, на 20 кадре. Так, ну пусть на каком кадре? До 100 кадра. До 100 кадра. Машина проезжает вот этот участок, да? Прописываем, значит, здесь еще R. Поворот. Пишем I. Локрот. Так, а здесь мы его, значит, автомобиль R выравниваем и локрот. Все, здесь он входит в поворот на 120 кадре. Значит, R перекручиваем, G протягиваем, так, R и локрот. Смотрим. О, пошел. На 140-м. Так, 140-й кадр. Значит, протягивается дальше. С перекрутом, да? Ну, где-то вот так. И локрот. Входит в поворот. Так, и 160, так, и значит до 240, 100 кадров, значит он движется вперед. Значит, R перекручиваем. А, так, вот здесь вот перекручиваем G. Вот так вот. И локрот, и ведем его назад. Где-то вот на 120 кадре делаем R. Здесь он входит в поворот. И локрот. А ну-ка. Угу. Видите, слишком близко. Значит, 120 кадр мы отведем подальше. Так, и локрот, и смотрим. Здесь он должен еще ровно идти. А ну-ка, R. И локрот. Так, 241. Так, и как же он тут входит в поворот? Так, а тогда... Пошел. И значит еще надо добавить кадров. Это будет 240-260 R G. Ну вот так где-то. И локрот. Так, и получается 260, ставим 260 кадров. Таким макаром вот он пошел. Ну, будет рывок, потом его можно ликвидировать. Значит, на каком кадре у него колеса должны уже, значит, загибаться? Вот на этом, да? Так. G. Делаем поворот колес и локрот. Здесь он уходит.
Так, а что здесь за пляска такая? А ну-ка. Пошел он на поворот. Тогда этот чуть подальше, чуть вперед. И Локрот. Так. G. Объединяем кадры. Если обманулись. О, все, вот теперь будет нормально. Так, семерка на нампаде. Object mode семерка на нампаде. Так, почему не работаешь? Не работает, значит, находим input emulation работает. Так, семерка. А, семерка же стоит, тройка. Тут, пардоньте. Притупила. Так, теперь возвращаемся на первый кадр. Семерка на нампаде. Добавляем камеру. Так, 0. Shift F. Угоняем чуть вдаль. Ну, ставим где-то вот в таком, наверное, макаре. Потом, если что, подкорректируем. Добавляем Shift A, добавляем Mesh, добавляем план, добавляем S. Так, насколько нам нужен этот S? Так, а ну-ка. Так, анимация идет. Куда она там идет? Ага. Растягиваем побольше, все, вот он поворачивает, все, хороший дрифт, торможение и пошел. Так, есть, нормально, вернулись. Поставим какой-нибудь материал, пока пусть будет, ну, какой-нибудь там темно-коричневый, пускай. Вот так вот. Так, есть, теперь добавляем Edit, преференции. Находим в аддонах, у кого не установлен, значит, план. Импорт, экспорт, импорт, image as план. Вот он выбрался. Ставите галочку сохранение или на авто поставьте, или нажмите Save Preference, чтобы сохранилось. И чтобы можно его было в Add Image, вот здесь Inform Plan, включить. Находите теперь какой-нибудь дым. Так, вот какой бы выбрать. С галышами али без. Можно пламя выбрать, но на черном фоне. Так, ладно, выбираем. Поднимаем. Давайте его сделаем так, чтобы он был именно пока здесь. Ну, чтобы мы могли возвращаться к нему, да? Так. Заходим в шейдинги, находим наш вот этот волшебный, значит, картинку. И теперь что делаем? Теперь нам нужно, значит, color с image текстуры подключить к альфе, чтобы он стал вот такой вот прозрачный. Так, теперь что можно добавить? Add, значит, color, вектор, конвектор, color ramp. Устанавливаем, чтобы можно было регулировать вот эту вот прозрачность. Больше, меньше. Так, по-моему, видно, да? Вот. Прибавляем, уменьшаем. Так. Итак, вот у нас дым. Семерка на нампаде. Так, выбираем нашу эту картинку, делаем Shift D. Так, N-панель может вам включить скринкаски, что-то я забыл за него. Так, семерка на нампаде. Перекручиваем картинку. Делаем крестом, чтобы получился вот такой вот крест. Так. Можно сделать, значит, семерка на нампаде еще Shift D и поставить еще вот так в промежуток.
Ну, чтобы больше вид был хороший, да? Так, теперь выбираем наши вот эти картинки через Shift, делаем Ctrl-J. Все, это будет у нас вот этот дым. Так, теперь нам нужно что сделать? Отключаем наш Бэтмобиль, выбираем наши колеса, заходим в Edit Mode, создаем Vertex группу, выбираем, значит, с помощью рентгена какие-нибудь полигоны, можете хаотично их выбирать, там, шахматкой, ну, я вот полосу выберу полностью, и назначаем Assision. То же самое делайте и на то колесо, если надо. На одно колесо можно поставить дым, на одну камни. На одну огонь, на другую дым. Ну, короче, можно это все дело, значит, как сказать, чередовать. Можно даже этот дым просто поставить какой-нибудь, вот прилепить сюда сферу или куб. И чтобы с куба этот дым просто вылетал. Тоже неплохая штука будет. Ну, там уже экспериментировать можно, как вам захочется. Так, теперь, что у нас получается? У нас присутствует, значит, колесо. Теперь нам понадобится зайти, значит, открыть Particle Systems. Оставляем эмиттер вот этот. Здесь у нас количество, значит, сегментов. Потом у нас вариации. Потом первый 200-й кадр. Значит, это исчезновение. Больше-меньше живучесть, значит, частиц. Ну и дальше что нам понадобится? Ротацию включить. Тут все так и можно оставить. Потом физику включить. Поставить. Так. Ну сейчас поэкспериментируем, сколько килограмм, да? Бля. И теперь рендер ставим за место хала, ставим object. И значит здесь какая штука, ну-ка. Так, object. Ставим побольше сегментов, там вариацию, живучесть, килограммы, ротация. Так, вариации, значит, never ставим. Fluid. А ну-ка. Так, и выбираем, значит, где рендер. У нас вот эта вот штука. Здесь нужно выбрать вот эту нашу картинку. Вот эту. Так, теперь, значит, 0 на нампаде. Делаем побольше сегментацию. Смотрим, что у нас получилось. Alt-H. Возвращаем Бэтмобиль. Так, выбираем нашу камеру, Shift-F. Вот так вот поставим, смотрим, что у нас тут. Вот такой у нас сзади льется дым, да? Что еще можно, значит, килограммы подставить. Так, теперь поставим нашему вот этому полю, так, физика, коллизия. Вот. Теперь выбираем партиклы, значит, ставим живучесть кадров, ну, вот этих наших деталей, ну, 33. Ну, это насколько далеко они будут вот так, да? Отставать от машины. Так, допустим. Вот, поперли. Так, теперь нужно поставить им. Так, тут настройки тоже интересные, да? А ну-ка. Во! Тяжести побольше, и она уже... Так, здесь у нас почему пропадает вот этот дым? Потому что у нас стоит 200 кадров. Вот они. Нам нужно поставить
чтобы дым был, допустим, 40-го. Вот машина едет, 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 хоп. И вот у нас здесь до 200-го должны они хорошо тут так раскидаться. Если до 200-го. Ставим, допустим, с первого, опять же, по сколько у нас тут? 260. Чтобы до конца, значит, все это дело дымило. Так, вот она у нас вылетает. Вариации. Смотрим. Так, добавляем литерез. Перекрутка пошла. Так, добавляем теперь размерчиком. Так, ну теперь можно еще, вот смотрите, у нас есть вот эта картинка. Если мы ее перекрутим 0 на нампаде, попробуем, что у нас получится. Вот, если картинку еще, значит, вертеть, то получается вот такая штукенция. Так, выбираем вот эти сегменты. Так, большеватые, да? Так, ну это большие. Вот опять же надо по дыму подгадаться. Вот это как хлопьями летит, да? Значит так, возвращаемся назад. R. Перекрутим как-нибудь в другую сторону. 0 на нампаде. Вот уже получше. Но дым какой-то не такой. Это вот больше как на камне похоже. Ну как. Давайте попробуем поставить полноценный такой дыман. Ну вот. Вот это уже дыман. Так, да? Угу. Смотрим, что у нас тут еще с прозрачностью. Ну, вроде прозрачен больше некуда, да? Во. А ну-ка. Вариантность. Пробуем играться с вариантами. Во, вот этот мне больше нравится, по-моему. Так, а ну-ка, а если... Угу. О, живучесть кадров чуть побольше. Но это вот пошел он где на поворот. Тут сейчас нужно добавить, значит, что? Нужно добавить у нас этот ветер. А ну-ка, 0 на нампаде. Ну ничего, нормальный такой дымок стоит, что? Единственное, так, а ну. О, вот так будет получше. 58 подгадываем. Смотрим, тут килограммы. Попробуем, а ну, если поставим 6 килограмм. О, тяжелый дым такой будет. Прикольно. Так, здесь на повороте он разлетается, типа гасится, да? Поставим 2 килограмма, ладно. Так, что-то Веслюцин, Суфнес, Байент. Эх, знать бы, английский расплакался. Ух ты. Ага. Так, а где у нас тут ротация?
ротация. Velocity, нормали, higher. Динамику можно еще поставить. Так, а ну. Ну что, в принципе, нормальная волна, да? С динамикой чуть-чуть, конечно, он тяжеловатенько идет. Так, что тут еще? Это можно попереводить уже. Ну, метод тыка никто не отменял, да? Так, частиц можно поставить меньше, допустим, там 500. Ну, уже чуть-чуть неинтереснее. Так, а если поставить 2000? О! О, уже посерьезнее. Ну, тут теперь можно, значит, уменьшать размер. Потому что все-таки их 2000. Вот. Уменьшить, значит, плотность. Во. Ну, эти вот факелы тут сейчас будем ликвидировать. Так, вот здесь вот тоже как-то вот так лучше надо делать. Ну или искать какой-нибудь прикольный дым. Хотя тут дым тоже неплохой. Вот здесь уже пошел поворот. Так, 0 на нампаде. Во-во-во-во-во. Нормальненько так заходит. Ну тогда лучше 1500. Во, все, пойдет. Ну, в принципе, сейчас посмотрим. Разлетается сильно так. С первого кадра. Кэш, можно, значит, все это дело запечь. Угу. Короче, тут так всего много, что нужно это все дело читать. Ну, вот, в принципе, какой вариант для установки вот это вот дело, да? Так, ну это нам не понадобится. О, гравитацию можно еще выключить. А ну-ка, 0 на нампаде. Так, что тут он все у нас? Ау. Change. Магнетик. Так, так, так. Винт. Ну вот какие-то, а ну-ка, может еще попробовать вот эту покрутить, вариацию ей какую-нибудь дать. О, ну так уже будет как-то получше. Короче, нужно экспериментировать все вот эти, значит, так, выставлять, пробовать тут играться килограммами, там, размерами. Вот маленькую ставишь, вот тогда нужно побольше их ставить, наверное. Ну вот елочки какие-то вылетают, нужно дым какой-нибудь нормальный найти. Так, а ну-ка, ну так вот более-менее нормально, пышно, да? А ну-ка, ну это вот ежиком можно ехать. Так. Барт. Так, нефрот этот. Так. А если нон? Ну, тогда можно сделать чистилку какую-нибудь. Бриц тоже не подходит. Так.
Давайте попробуем еще какой-нибудь дым. В принципе, что? Может, много я его поставил? Ну что, три ракурса. Хорошо, со всех сторон должно быть видно. Так, смотрим. Давайте огонь попробуем. О, с огнем уже получше. Видите, тут искры маленькие летят. Так, а ну-ка. Вот здесь уже надо прозрачность прибавить. Так, что-то какое-то... А, нормально. О, вот это уже более-менее, да? Так, ноль на нампаде. Смотрим, что у нас тут по размерам. Во. Больше ставим, это уменьшаем. Получается у нас вот такой вот прикольный огонь. Прибавляем, будет пламя. Все это можно прописывать, опять же, вот. Допустим, он... Так, вот здесь он заезжает, так, ноль на нампаде. Что тут такое? Когда это я успел тут ее сдвинуть так? Так, ну вот оно такое пламя, да? Теперь что у нас получается? Это от одной покрышки можно, опять же повторюсь, вот здесь уменьшить интенсивность. А ну-ка. Ну вот теперь поменьше, на повороте чуть затягивает. Ну, в принципе, прикольная штукенция. Так, а это уже будет у нас пиздец какое пламя. Это уже подойдет больше призрачному гонщику как-то. Вот прям с молниями, ух, несется. Так, ну это тогда поменьше. О, вот так пойдет. Так, теперь добавляем добавляем винт, ветер. Так, смотрим, что такое. Камера у нас привязана к машине. Так, теперь находим ветер. Вот он у нас, ветер. Так, смотрим, что, куда он будет дуть. А ну-ка. Так, теперь перекручиваем куда-нибудь G. Подставляем вот сюда. Так, перекручиваем R. Так, 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 так. И смотрим. Привязываем его тоже к нашей машине Ctrl-P. Object 0 на нампаде. Так, что происходит? А не шиша какого-то ша, да? Подставим поближе. Зайдем в настройки нашего ветра. И поставим 200 тысяч. Так, сеттинг, план, винт, фактор. Так, 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 по осям. Ну тут, в принципе... Как говорится, вариантов только прибавлять вот этот вот наш верхний уровень. Так, смотрим, как это будет выглядеть со стороны. Будет ли двигаться пламя? О, хлоп, еще увидеть. Ну да, неплохо, видите? В принципе, пламя движется.
Вот, занос, единственное, что в конце занос некрасивый. Ну, там можно подкорректировать. А здесь вот прям по кругу все, протяжечка, и пламя идет за ним. Так, семерка на нампаде, еще раз смотрим. Ну что, вот здесь, да, чуть-чуть, значит, это все дело можно бы, значит, R. Так, а может, не туда он смоет, а? Вот в эту сторону поставить его. Так, теперь можно его как бы G, может быть, пониже. А ну-ка, 0 на нампаде. Тут пускай ровное пламя, вот здесь он поворачивает, и чтобы больше сдувало. О, ну вот это уже, так, вот это уже понятно, вентер. Так, ветер, ветер, ты могуч. Так, ровно, а если, значит, поставить с другого бока, значит, G, поставим вот отсюда. И, значит, поставим вниз на саму машину, чтобы дуло. А ну-ка, 0 на нампаде. Так, еще можно заанимировать, значит, наш вот этот вентилятор. Можно поставить, допустим, два их. Один дует отсюда. Вот, прикольно идет от колеса, да? Вот. Единственное, здесь вот можно сыграть, значит, этой камерой. Семерка на нампаде Shift-D. Shift-D. Подальше, и, значит, тут можно, хоп, создать треугольник какой-нибудь. А ну-ка. Во, прикольно. А ну-ка, семерка на нампаде. Как это все происходит в таком виде? Во, уже получше. Там просто торможение, продолжения нету. Так, здесь нормально плавно. Так, 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 все уходит. Все, зашибись. Так, на первый кадр ставим так 0 на нампаде. И что вот я хотел бы еще сделать? А ну-ка. Так, попробуем еще другой какой-нибудь картинкой. А ну-ка, вот эту может. Смоется неплохо вроде. Ну да, только большеватые теперь. А ну-ка. Ну, поэкспериментировать можно. Только если больше ставить, допустим. Так, что тут есть? Добавим гравитации. Ау. Так, бонд. Драк. А ну-ка тоже. О! Попер, попер. Будет при рендере смотреться, я думаю, неплохо. Только что, ну, наверное, тут надо теперь ее по-другому перекрутить. А ну-ка. R. 0.
Так, это вообще неинтересно, да? Ну, так получше уже будет. Словом, нужно экспериментировать, смотреть, что тут получится. А ну-ка. Опять же, играться вариациями. Как добавлять больше-меньше сегментов вот этих. Если их, допустим, добавить 2000, то тогда можно поиграться с уменьшением. Так. Вот с этой штукой. Вот будет меньше, больше. Можно их прописывать появление. Потом уменьшить. Допустим, на 60-м я их прописываю. И потом прописываю их до 200-го. Ну, на 200-м я их уже ставлю вот так вот. Хоп, а ну-ка смотрим, что получится. Мало, 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 больше, больше, больше. Больше, больше. Сейчас она должна... Хоп, так и пошла, да? Ну, а здесь тогда в конец прописываем по нолям. А здесь прописываем... тоже в ноль. Но вот эту прописываем чуть-чуть побольше, допустим. А ну-ка. Ну да, можно увеличивать, на каком кадре ставить они появятся. Допустим, вот с нулевого по 58 по 60 не будет вообще их, допустим, ноль. Тут тоже 0. И значит прописываем. Вот их нету, нету, нету. И значит здесь ставим. Та-даш! Вот так вот. Пошло, пошло, пошло пламя. Так, так, так. И здесь оно угасает. Так, а здесь его совсем нет. В ноль. И вот машина едет, едет, едет. Появляется пламя на повороте. Потом вжук, и все сгаснет, все уходит в ноля. Так, вот такая, значит, информация. На этом все. Всем пока. До свидания. Пробуйте. Может быть, кому это дело пригодится. Можно делать выстрелы таким образом. Допустим, стартап-пар какой-то делать. Что еще можно делать? От мяча, допустим, удар такой будет. Ну, какие-нибудь там, я не знаю, элементы. Так вот, 0 на нампаде, видите, малая живучесть этих кадров должна быть, потому что у меня 5 стоит. Короткий шлейф, вот он. А так шлейф можно ого-го делать. Вот такая штука. Вот такие, значит, винты. Все, всем пока, до свидания.